Караганде запущена линия по производству гофрированных полипропиленовых труб. Проект не имеет аналога в республике. Ноу-хау появилось на заводе «КАЗ-Пласт». Открывать новое производство приехало руководство города и области. Стоимость новой линии по выпуску гофрированных полипропиленовых труб – 1,5 миллиарда тенге. Это уже второе производство компании «КАЗ-Пласт». 2 года назад здесь был реализован проект по выпуску крупногабаритных полиэтиленовых изделий, включенный в карту индустриализации. Гофрированные трубы изготавливаются из высококачественного пропилена новой генерации на оборудовании ведущих европейских производителей. Такие изделия используют для водоснабжения, ливневой канализации, обустройства воздуховодов. Двухслойные стенки делают трубы прочными и позволяют уменьшить их вес. Срок службы, обещают производители, будет достигать 50 лет. Отечественную продукцию готовят на экспорт. Предполагается, что карагандинские гофрированные трубы будут поставлять в страны ближнего зарубежья. С открытием нового производства на «КАЗ-Пласте» создано порядка 22 дополнительных рабочих мест. Проблемы водоотведения, водоснабжения – это, наверное, такая достаточно горячая тема для Казахстана. И с помощью вот такой высокотехнологической новой трубы, на которой срок эксплуатации не менее 50 лет, мы, собственно, вот хотим войти в рынок Казахстана.